Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Веловила», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение хочу предоставить велосипедную цепь от американской торговой марки SRAM. Цепь на 10-скоростной велосипед, на велосипед, у которого на заднем колесе стоит кассета на 10 передач. Цепь 10-скоростная в 4 вариантах. 1091 R это цепь для велосипедов дорожных, road. 1091 это для дорожных велосипедов. И три остальные это PS1091, PS1051 и PS1031. Это все цепи, которые подходят для велосипедов с кассетами на 10 передач, и они отличаются своей жесткостью и легкостью. Более детально следующее. Самая простая цепь это, ну, во-первых, надо сказать, что все цепи имеют одинаковое количество звеньев, 114. Все цепи имеют замки соединительные, подходят на 10-скоростной велосипед, и их нужно устанавливать с последующим изменением длины. Это я потом расскажу. Простая цепь самая, это PS1031. Здесь идет наличие, в комплекте идет замок соединительный, который позволяет цепь легко устанавливать, затем снимать, что комфортно для чистки, для мойки цепи. Отличается эта цепь следующим. Пин здесь идет хромированный, цельный. Внешнее звено идет полированное, так же как и внутреннее звено идет полированное. 1031 цепь, которая самая простая по своему качеству. Ходит она достаточно аккуратно, будет ходить 2-3 тысячи при условии, что 3-3 тысячи километров, при условии, что вы будете постоянно чистить. В наличии идет, как вы видите, замок черного цвета. Более совершенная цепь уже идет модель 1051. Здесь также есть замок цепи, как вы видите, черный. Здесь также есть количество звеньев 114. Внутренний соединительный пин хромированный, цельный. Внешнее звено идет никелированное, внутреннее звено полированное. Это качественная цепь, которая позволяет кататься комфортно, надежно во всех условиях. Подходит эта цепь 1051 как для горных велосипедов, так и для дорожных. Следующая цепь PS1091 это цепь с высоким уже прочностью, надежностью. Также имеется в наличии замок соединительный, 114 звеньев, но здесь уже идет пустотелый соединительный пин. Внешнее звено никелированное, внутреннее звено никелированное, подходит для велосипедов как горных, так и дорожных. А вот эта цепь 1091R, R имеется в виду road, эта цепь уже максимально облегченная, подходит исключительно для дорожных велосипедов. Также 114 звеньев, пустотелый соединительный пин, хромированный этот пин, внешнее звено никелированное, внутреннее никелированное, фрезерованное. То есть оно обработано для того, чтобы было более четкое соединение. Фрезерованное это значит каждое отдельно взятое звено обработано. На боковых частях имеются специальные скосы. Также внешнее звено имеет дополнительное отверстие, что снимается дополнительно вес этой цепи. То есть это и легкая, и надежная, и более четкая цепь, более точное переключение с этой цепью на 10-скоростном велосипеде. Повторюсь, это только для дорожных велосипедов. И в заключение хочется следующее сказать.
Все цепи на 10-скоростной велосипед одеваются по принципу. Ну, тут вот, во-первых, вот замочек аккуратненько мы его в сторону положим. Он состоит из двух частей. Соединять цепь нужно сперва на велосипеде, надо эту цепь вымерить, длину. Для этого мы берем цепь, одеваем на самую большую звезду шатунов, продеваем через все зубья, затем мы, не проводя через переключатель, одеваем цепь на кассету, на самую большую звезду кассеты, вот так, и потом, соединяя цепь вместе, у нас должно, цепь соединившись, будет какой-то хвостик. Вот этот вот хвостик нужно будет убрать за исключением двух звеньев. То есть, если мы соединяем цепь на большой звезде, то соединив вместе, вместе соединения, отсюда нужно еще два звена отмерить и оставшуюся часть отсоединить. Она не нужна, поэтому два звена, внутренние и наружные, остается. Потом мы соединяем, и остаток ненужный мы откладываем в сторону, он нам не нужен. Учитывайте, что одно из этих двух звеньев, которое у нас должно остаться, это будет замок. Также стоит учитывать, что иногда бывает при соединении звеньев получается сцепление внутреннего и внутреннего звена. Поэтому надо одно дополнительное звено добавить. Поэтому будет не два, а три дополнительных звена. Это всегда надо учитывать. Более детально, если вас что-то заинтересует, вы можете позвонить нам, написать нам. Мы всегда будем рады вам помочь, рассказать. Смотрите информацию на нашем сайте о том, как соединять цепь. Какие цепи для каких велосипедов. Понравился видеообзор, оставляйте отзывы на нашем YouTube-канале Веловива. Понравилась цепь, приходите покупать, а оформляйте заказ на нашем сайте velaviva.com.ua. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!